В Белоглинском районе задержаны подозреваемые в незаконном обороте взрывчатых веществ. При проверке информации, полученной оперативным путем, полицейские, прибыв на адрес, заметили около подъезда мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Рядом с ним на ступеньках оперативники обнаружили 12 тротиловых шашек. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты Росгвардии. Правоохранители эвакуировали жителей дома, осмотрели место происшествия и изъяли взрывчатые вещества. Установлено, что 44-летний мужчина приобрел тротиловые шашки у своего знакомого. При осмотре домовладения продавца опасного товара сотрудники уголовного розыска обнаружили обрез винтовки Мосина и 285 патронов различного калибра. В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.